Кто чемпион? Я чемпион! Е-е-е! Доброе утро, дорогие друзья! Утро начинается не с кофе, не с пива, а с ягод. Нам привязали какие-то ведра, и сейчас будем собирать по речке, как у нас называют в Беларуси. Не знаю, как здесь. Красная смородина? У нас это по речке называется. Катя тоже активничает. Покажи свое ведро. Вот так вот. Стильно, модно, молодежно. Собрали с Катей ведёрко. Покажи. Больше, конечно, Женька тут собрал, чем я. Катя, она все-таки городской житель. Нет. И поэтому тяжело ей собирать ягоды. Нет, не поэтому. Просто я уже отвыкла. Я в детстве собирала. Ты просто боялась, что у тебя пауки сидят. Да? Не знаю, я два таких вот своих маленьких ведерка собрал, засыпал в большое ведро, и все. Дело сделано. Можно идти отдыхать. Братиш, ты подкинуть, да? Поехали. Поехали, за сутку да везу. Окей, садись, брат, дорогу покажешь. Вот что значит сельская жизнь. Надо мусор куда-то везти. Далеко мы идем? Вот оттуда, вон бак. Это все, что мы наели за эти выходные. И напили. Скорее напили. Все, что наели в другом домике. В другой яме. В сером домике. Сейчас впервые буду пробовать. Да ладно, не первый раз. Первый раз. Виски вообще в своей жизни первый раз. Да. Ты ж пил. Вильям Лоусон. Никогда я не пил. Пьешь. Какая гадость. Может, я что-то не понимаю, может, сразу колы разбавить. Конечно. Ну, чему вообще уже чуть-чуть налить, чтобы не упал. А то еще тащить. Загрузите машину на заднее сиденье. Ну давай, наливай. И главное, самое прикольное, что стаканчик такой красивый, кампари. Ай, у нас не хуже, чем Зана. Есть тоже стаканы. Ну так тебе. Как в фильмах наливать. В фильмах наливают вот до сюда. Ну наливай больше. Не надо, попробуй кота. Катя, не хочешь, чтобы я завалился? Да не то, что не завалился, вдруг тебе реально не понравится. Просто лучше разбавлять. Девчонки обычно разбавляют его. Ну что, попробуем. Мы должны были отправиться сегодня вечером домой, часов 6 где-то договаривались уехать, но решили, что надо остаться на еще один день, и завтра в понедельник всем надо на работу, Андрею, Свете, Кате, мне, и приехать где-то к 8 утра и всех, в принципе, отправить на работу. Поэтому мы остались здесь еще на третий день. На ночь смотрим плавание, смотрим фехтование, смотрим стрельбу из пистолета. Все виды спорта, смотрим Олимпиаду и, впрочем, отдыхаем, веселимся. И нам круто реально. Поэтому я пошел в деревянный туалет. Та-да-да, кастрюля. Погнали. Мы идем в поисках Светы. Света, выходи. Мы сейчас будем играть в игру. Ничего не видно, на самом деле. У нас там целая куча игр, кстати, в комнате. А, нет. Пошли выберем. Ты играл в них? Смотря в какие. Что там за игры-то, я посмотрел. Не знаю, я видел только домино, по-моему. А, ну домино, конечно. Сейчас я посмотрю, какие тут есть. Зайдем-ка в нашу комнату. Ничего не видно, но сейчас будет вам видно все. Оп! Фломастер это... Есть игра «Верю-не верю».
есть что-то на израильском. Домино есть. Карандаши цветные. Домино малышам от 4 лет. Лото, буквы, цифры. И лото ассоциации. Я из всей этой толпы, из всей этой горы игрушек выбираю... Верю, не верю. Эта игра победила! Смотрим вот этого волка и этого зайца. Погнали! Ребята, нашел игру. Какую? Верю, не верю? Да. Давай играть. Ты играл в эту игру? Дринкинс, блядь. На, держи. Что ты принес, блядь? Верю, не верю. Блядь, это какая-то сложная игра. Правила. Там же правила написаны. Я уже не помню. Блядь. Я вообще не разумею. От 2 до 6 лет игра, от 7 плюс. Ну, 7 плюс. А нам сколько? Еще нету. Мне 6. Они вместе на двоих по 6. Нормальный притч у нас. Смотри, это похож на Бабадука. Это похоже на Свету, блядь. А это Катя, вон. Розовый кролик, блядь. С грибом, мухомором. Потому что она пьет. Надо правила прочитать, реально. Ну на, почитай. Началось. Там сзади еще один игрок подошел. Чемпион мира. Чемпион! Ну что, ребята, мы начинаем новую игру Домино со зверями. Челлендж. Челлендж. Домино звери. Звериный челлендж. Тут вот такие вот фишки с барики, котики, Ефимовые, Светы. Николаевы. Погнали. Петров. Спать. Мы, да, мы поиграли в детское домино со свиньями, с кошками, с собаками, с гусями. Прикольно, мне понравилось. На самом деле, вспомнили немножко детство. Я давно не играл в домино в детское. Так что пора ложиться спать. Завтра с утра на работу и Кате, и мне, и Андрею, и Свете, всем подряд. Тем более выезжать где-то, наверное, в 6 утра. Ну, не в 6, 7, наверное, да. Полседьмого. И во сколько мы будем в Петербурге? 6:20, 6:30. Ну, 6:30, я же говорю, 6:30. На сколько? Ну, часов. Мне просто нужно пробки проскочить, иначе я не вас не успею завести, не сам на работу. Это такая игра. А, да. Что лучше так пораньше вас привезти. Может, лучше пораньше выехать? Ну, 6:20 это оптимально. Подъем во сколько? 5:30? Да. Где-то, да, в это время уже надо выставить. Ну, чтобы успеть собраться. Пошли курить. Пошли курить. Курить пошли. Пошли курить, пошли, я тоже покурю, пошли. Курить.